Рад снова вас приветствовать на канале ОМЗАП. И с вами я, Роман. Сейчас хочу вам показать святая святых ОМЗАП. Это место, где мы оживляем двигатели. Находится это вот здесь, прямо за этой дверью. Давайте-ка с вами попробуем зайти и посмотреть, что же нас там ждет. Итак, вот она, святая святых. Токарный инструментальный цех по ремонту двигателей, узлов и агрегатов двигателей. Давайте познакомимся поближе. Перед нами японский станок, координатор расточной фирмы Mitsui Seiki, который может выполнять фрезерование плоскости практически любой детали. В данном случае здесь лежит головка блока, которая ждет своей ремонта и фрезеровки. Здесь у нас лежат головки в очереди на ремонт с двух точек, с сиванской и с дубнинской. Токарный станок болгарский ЦУ-500, на котором также выполняются различные инструментальные работы. А это сердце этого цеха. Вертикальный расточной станок для гильзовки, шлифовки и расточки блоков цилиндров. Здесь также у нас представлен и конинговальный станок, который после гильзовки рисует на стенках цилиндров хон. Вот такими специальными инструментами. Нашим основным преимуществом является то, что весь комплекс работ по ремонту двигателей, включая диагностику, снятие, дефектовку, расточку и либо ремонт, мы выполняете в одном месте. Никуда не отдаете, никому больше не обращаетесь. Работаем, как говорится, по принципу одного окна. Обратились, машину отдали, не беспокоимся, голова ни о чем не болит. Потом после ремонта забрали. Все работы выполняются одними и теми же людьми в одном и том же месте. Ехать никуда не надо. И потом, как часто бывает в других организациях, будут валить друг на друга, а это виноваты те, кто растачивал, а те, кто растачивал, говорят, да нет, это виноват тот, кто поставил. У нас такого нет, исключено, потому что все делается в одном месте. Ждем вас в гости, приезжайте.